Так она ходит у нас в туалет. Компьютерная томография такси, у которой произошел парез тазовых конечностей, то есть на задней лапке она ходить не может. По результатам компьютерной томографии видно, что у питомца есть признаки болезни дисков первого типа, ну, по-простому говоря, грыжа в спине, да? Это белое вещество, на котором есть перекрестие на экране, это и есть грыжа, которая вызывает компрессию, то есть сдавливание на спинной мозг, вследствие чего проводимость нервных сигналов у животных нарушается, нарушается чувствительность задних конечностей, вследствие чего животные ходить не могут адекватно, а также не могут исправлять нужду. Данная проблема характерна для данных пород собак, для такс, так как они являются хондродистрофичными породами собак и достаточно часто мучаются от таких проблем. Вот. Данному питомцу показано хирургическое лечение. Жуля поступила с параличем задних конечностей. В принципе, чувствует себя хорошо. Очень ласковая и добренькая собачка.